Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артур. Сегодня мы опять будем играть в игру про бизнес. Поняли в прошлой серии, что... Так, это за деньги. Так, давайте положим. Так, нужно еще ингредиенты. Еще зомби нужны. Так. Уровень 6. Новая экипировка. Что, блин, за экипировка? Реклама. Касаться телефона нужно больше. Хлопни, и телефон найдется. Так. Магазин. Любимый магазин. Магазин вот. Так, доп. Что нам на доп какой-нибудь хватает? Сейчас один пик. Смотрите. А это платный. Вот это я хочу, ну вот это вот мне попить. Давайте вот это попробуем. Так. Так, я думаю, пока что выкатывается. Так. Освободи зомби. Так, потом посмотрим, короче. Я куплена. О, что-то про экипировку. Экипировка. Блин, чуть-чуть денег не хватает. Ну давай, ладно, блин. Чуть-чуть денег не хватает. Блин. Я отбой. Короче, давай. Вот здесь один лак положим. Да блин! Это давай мы вот это. Стой. Да блин! Меня не успели. Или блин, засади. Стойте! Один пойман. Все, второй пойман. Стой. Да, поймал. В конце поймал. Так, ну не всех я поймал. Продолжить охоту. Нифига, одна минута. Иди. Мне надо подождать. Так. Кафе. Пока что в кафе зайдем. Что, не тратить. Давайте поубоим. Нет, ну, лайны. О, вот тут можно лайны мы покачать. Так, я пока тут лучше не буду, но экипиров купим. Ой, еще одна минута. Блин. Я вот сколько себе уровней. Мне будет 180 третий уровень. Что это? Ну давайте купим. Ой, я погоди. Я не мог. Короче, сейчас. А, ну, смотри. Ты что, подпрыгиваешь? Он подпрыгивает.
убежал. Убежал. Убежал он. Что это? Ох. Так, ладно, это пропустим. Так. Блин, отстаньте, да! Вы не издеваетесь! Давай, выкручивайся, выкручивайся. Так, о, сейчас я могу. Так, на раз. Экипировка. Максимальный боезапас. Или время перезарядки. Минус 30 минут. Куда недалеко вот это? Ой, что-то он нам прокачал. Давай этот зелечиток. Убежим. Убежим. Продачу. Вот. Продать что-нибудь. Так. Улучшить зомби-выжималку. Пока я завершу квартиру. Погоди, лучше побежимок. Так, все, следующий уровень. Новый уровень. Продукт. Новый зомби. Зомби. Купить. Это за сколько? Все, потом купим, потом купим. Так, улучшить ловку. Купить зомбовыжималку, купить дрона. Так, там дрон нашел. Офиг! Ты чё, и другие есть? Такие штуки. Офигеть. Просто офигеть. О-о-о-о-о-о. А, блин, а как? А ну стойте! Все, есть два. Получи. Нет, сюда не слышу. Вот здесь. Ай, блин! Стой! Да блин! Не издевайтесь! Ой, птичку поймал. Нет, это вообще капец. Там был зеленый зомби. Еще одного зомби не хватило. Еще одна, вот зомби. Чтобы эти зомби так. Найти зомби. Слушайте, а как нам идет? Дроны. Это я же ты похож на того, кто хочет купить диск. Ой, сон. Ой, позвольте представить, меня зовут Руаль. Я не за. Не заменил во всех вопросах, касающихся дронов. Наши дроны могут и слегка БУ, но дешевле и куда надежнее лучше. О, надо. Далее, случай с генкой в твоей жизни, понятно. Запомни, зомби приятели к вам пули, стоит лишь позвать меня.
Отлично, со вторым дроном мы найдем в два раза больше зомби. Зомби обнаружил, блин, уже. Понял, какие там еще остались у нас задачи. Купить гнома, шлевку, прокачать всякую выжималку. Так. За 4. Зомби в гнома. Так, ну давай. Ух, давай. Так. Поменять оружие? О, сетка. Офигеть! Да блин! Да блин! Змея тупая! Да, я поймал! Есть два! Змея тупая! Есть два. Вроде всех попал, вроде. Нет, не всех. Продолжите ходу. Загрузка. Да пока что зомби грузится. Короче, вот эта вот сетка, я думаю, получше. Думаю, так. Нет, у меня арбалет. У меня есть оружие. Нет, блин, я не там бросил. Ха-ха. Поймал. Я просто отступил. Так. Мне поменять оружие. Блин, все. Блин! Стой! Я поймал всех! 5 из 5. Начинающийся ловец. Поздравляем, ты заработал свой первый официальный значок. Мастерского захода от Ингредиальной Лиги Истребителей. Тебе еще 4 значка и получишь первое звание. Нет, блин, не все понял. Не всех я поймаю. Подожди, я купил. Это, наверное, самая отвратительная штука во всей солнечной системе. Да уж, чуток моторного масла добавить. Вкуснятинка. Вот все отжимаются. Просто все. Улучшение. Так, погоди. Не, как улучшить? Так, сейчас, турборежим быстренько. А, нет, вот улучшение. За 500. Еще у нас 500 находится.
дальше. Сейчас у нас тут на улице. Зомби найдены. Так, зомби обнаружены. Чего? А нет, не могу пока что. Могу пока что сетку нашу. Уйдет из этого ничего горбунить. И топи! Они подпрыгнули! Ой, с одного раза! Погоди, а дай-ка я попробую птичку поймать. Ай, блин, мне это на меня не дали. Опа, не ожидал. Нет, я не всех поймал. Вообще никого не поймал. Поменять оружие. Сетка у меня. Вау, что это? А все, блин, мне на один раз. Ой, блин. Ты, блин, меня молоток бросил. Ты, блин, меня молоток сволочь бросил. Все, тебе месть. Стои. Впервые это делаю. Еще молотку меня кинет. Да, блин, я его поймал, я всех поймал, все. Второй значок. Да, блин, я почти что всех поймал. Почти что всех. Продать товар, лучше для выжималку. Так, сейчас, блин. Будем улучшать землевыжималку. Так, как мне... О, вот. Ладно, вот. Все, я улучшу. Улучшить мощность гарпуна. Так, сколько я чувствую? Мощность 600. У меня в этот момент 600 накопилось. Новая экипировка. Так, улучшить землевыжималку. Купить экипировку. Я пока не могу брать. Извини, я не могу пока же купить экипировку эту твою. Так, у меня сейчас вот эта лучшая штука. Нет, оружие. Домики вот такие. Да, я тебя поймал сетку. Ах ты, блин. А я сейчас, сейчас поймаю. Смотри, что я тебя поймаю. Ты... Да, я тебя поймал сетку. Но я все равно тебя поймал, все равно. Это, блин, меня молоток кинул. А, все. Ты, блин, сволочь. Ах, ты, блин, сволочь. Я сейчас... Вот такие. Они вот эти самые такие... Такие злые. Они молотки меня кидают. Молотки они меня кидают. Вообще, блин. Так,
Блин, какая там... Требуется 15 уровень. Так. Так. Ах ты черт! Черт! Все, это самый сильный домик. Ха, поймал. Ах ты, ах ты. Давай, ну все понял, куда ты от меня? Так, какие у нас там... Ооо, я еще чуть-чуть до 1000. Хотя бы... Турбо, блин. Не, давай... Не, турбо. Как это у меня получилось? О, у нас уже 500. Что у нас уже 500? Да, все, 500 есть. Ага, это коробка. Там прям кривизатор. Новый продукт. Продукты какие еще? Погоди, а где у нас кибака? Экипировка. Так, есть улучшение. Так. Все, пока что магазина нету. Да вот транквилизатор. Транквилизатор. Я сейчас иду с транквилизатором. А ну что? Блин, прям чуть-чуть осталось. О, как обидно. Стой. Да, это такая усыпляющая штука. Ай, блин. Все, вот нам кину. Блин, один остался. Как жалко. Блин, жалко. Транквилизатор. Блин. Нет, транквилизатор вообще. Так. Блин. Так, кафе, это у нас не магазин, а кафе. Нет, не похоже что-то на магазин, то есть на кафе. Продать товары. Не могу выйти.
Так, турбо режим, турбо, турбо. О, вот здесь вот. Это как раз вот. О, новая выжималка. Свежающее желе, что ж, да такого кто волнует, просто делай наклейку, не содержит ГМО. А ГМО ты содержит. Что нужно? Язык, короче, мы тебе придаем. Продать товары нужно. Короче, нужен лаймовый зомби. А не два даже лаймовых зомби. То есть не лаймовых, вот таких зеленых. Вот здесь. Давай. Турбо, турбо. Они все еще купили. 12 секунд. О, вот это нашел, стой. Это забагался. Ну, где, где, блин, эти голуби еще будем искать? Нет, транквилизатор, транквилизатор. Транквилизатор. Я еще не успел. Ах ты противный. А все, блин, я ненавижу эти какие-нибудь железные броньки. Блин, я упал. Да, я вторую половину не попал. Это, конечно, полное. Так, улучшить мощность, увеличить время полета. Так, блин, сейчас что будем делать? Ну что, эй, думаешь, ты уже стал крутым вашим зомби? Вроде бы уже неплохо научился, что оказывается интервьюерская лига истребительно назначила награду за полное уничтожение всех родителей. Интересно, что же нам за это будет? Если ты первым боем всех зомби по мере одного зада, то мы положим на счет мастерского захода. Докажи, что ты лучший охотник на зомби, собирай очки и получай повышение. Кстати, я еще не говорил о наградах. За какое новое звание ты будешь получать дополнительные награды? Мне уже не терпится начать. Ничего не ловит. Где лаймовые зомби? У меня лаймовых зомби нет! Так, нам нужен новый дрон. Кажется, нам нужен новый дрон. О, погоди. Точно. 5. Зомби-желе. Я ненавижу вот это. А где у нас дроны? Дроны. А где они? А нет, я пока что не могу много дрона. Кафе, давайте зомби вставим пока что. О, зомби найдены, но зомби найдены. Зомби обнаружены. Так, давай. Да! Они у меня 50 не поймать.
надо два зомби бросать. Все, сразу два зомби. Все. Все, это капец. Да блин, я хочу клетку. Стой, не уезжай. Откуда? Кто, блин, этот зомби ходит? Как раз, кстати, два лайма было. Два лаймовых. Нифига, 20. Ага, пошли на них. Лучше, кстати, вот это. А мысли. Это я не палец. Это чуть-чуть хватает. Ну ладно, ребят, давайте. Думаю, все. Вот такой вот получился ролик про мой бизнес. Короче, давайте, ребят. С вами я был Артем. Покидосы.